Игорь Гнат. Мат белопольным. Ой, к ним белопольным. Мат двумя фигурами. Возьмет на H4 или нет? Нет. По 5 минут, мне кажется, вообще бесполезно играть. Так мы по 3 играем. А, по 3? Отлично. А что ты говорил, пятерочку? Я видел, там еще пятерочка. Там нашел вот эту троечку. Нам надо просто перочный. Смотри, идея, нам надо перочный штурм, просто все вскрыть. То есть Но вообще все вскрыть, и при там этом уже. не менять фигуры. Да. Так все, пошел же G4, H4. Ну, спешить не надо. Пусть рокируют. Сюда без рокировок не сможет что-то делиться. Боитесь. Поражать. Оу. Ладно, погнали, чё. Что-то он рано этим начал заниматься. Ну, а теперь еще C5 не сыграешь, еще только C5. Ладно. Ну, увидишь, он сейчас не будет туда рокировать. Ну, не меняй фигурки. Нет, ну он сейчас 2 на 2 сыграет. Нет, он не сыграет. Как сыграет? Нет, он идет мат ставить. Я тоже. У нас очень глубокомысленная игра. О, я вижу рисунок. Ну-ка. В общем, сейчас мы бьем, меняем ферзей, бьем на c5. И как-то заманиваем короля на e7, подводим вторую. Ну и там уже близко, в общем. Нет, мы далеко. Если он сейчас рокирует, это будет обидно. Им нельзя рокировать. После размена. А-а, можно рокировать. Ну там линия скрыта, куда он там рокирует? Добавь ему минуту. Да рано, наверное. Дело не в... Если он сдастся, то дело не в минуте. Нет, он меняет. Он, видишь, он играет. Он без фигуры, он играет. Не защитил на c5. Как теперь сооружать-то? Давай так прорежем. Не рокируй, пожалуйста. Все, по-моему, уже нет шанса даже, даже близко. Или а есть? почему есть какие-то? Блин, это сильный ход, он ужасный, но есть идея. Отвлечь коня от поля d5, с которого мы шли на. Короче, нам нужен конь тут где-то и как-нибудь там еще подвыигрывать. Конь где-то там и что? Подвыигрывать еще как-нибудь. О, смотри, он сейчас зевнет ладью, смотри. Я тебе говорю, зевнет ладью. Зевнул слона. Ну, возьми слона, и он зевнет ладью, смотри. И чё? Дальше какие? Какие наши действия? Ну, теперь крутим. Добавь минуту. Не, он туда срочно спас. Нет, слона нельзя отдавать. Он сейчас зевнет вторую. Поставь его на G7, он зевнет вторую. Ну, нет. Кайл, как тебе? Нашу